Мы беседуем с председателем участковой избирательной комиссии номер один города Селомяя. Сергей, расскажите, пожалуйста, сколько всего Селомяя избирателей? Избиратели, которые имеют право голосовать на этих выборах, у нас 3500. А сколько проголосовало на предварительных и в электронном виде? На предварительных выборах проголосовало 352 человека. И электронно проголосовали 198. То есть порядка 10% уже проголосовало. Да. А как активно сегодня, вот на 10 часов утра? Сегодня очень активно приходят люди. И мы думаем, что такая активность будет продолжаться в течение дня. Желаю удачи вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.